Всем привет, я только что проснулась. Ну как только что? Я встала вообще чисто в 5 утра. Это как у нас солнечное утро наступает. Солнце только встает. Я встала в 5 утра из-за того, что меня разбудил Барсик. Потому что его надо кормить. Когда у него нет корма, он будет. Несмотря на время, он может разбудить. В любой момент, в любое время, но самое главное, чтобы у него была еда. А я ему накладываю так, как улиточкам, чтобы они съели за день. А на следующий день им надо положить. Ну, в общем, как вы уже поняли по названию, это разговорное утро. Разговорное видео. Я утром, каждое утро ем яблочки. Ну, сейчас стою, доедаю яблочек. Нарезала себе вот такими вот небольшими дольками. И сижу ем. Вообще, еще хотела вам показать, как у меня уже подросла травка. Когда приду от бабушки, она совсем уже прорастет. Вот такая вот у меня травочка уже. Туда тоже будет прорастать, там он есть маленький уже. А вот эти прям вообще уже самые крупные. Посмотрите. И вот посмотрите, какие у них корни. Я просто была в шоке. Барс, ты мне все закрыл. Вот стою. Открываю окно всегда и наслаждаюсь утром. Барса выпускаю одного на улицу, он сидит на подоконнике, никуда не уходит. Спокойно себя ведет. Еще у нас дома воняет очень-очень сильно горелым. Горелым воняет из-за того, что мама поставила кашу на завтрак и ушла. Я забыла про нее. Она у нас сгорела. Горела мне очень сильно. У меня стояло окно на приветрении. Но я сюда пришла и сразу закрыла ее. Потому что я не хочу простыть. Она прям была открыта прям на всю. Потому что сейчас до сих пор горелым воняет. И вот в моей спальне более-менее меньше воняет, поэтому я сюда и пришла. А если бы я спала, не учуяла. Так можно еще надышаться и все. Еще уже много кто говорят. То, что заблокирует YouTube. Но вы, мои подписчики, не переживайте. Я к этому отношусь спокойно. Потому что у меня скачано VPN. Всем рекомендую. Это сейчас не реклама. У меня скачано VPN. Это то приложение там, где... Можно сидеть в Инстаграме. Ну или в любом заблокированном приложении. Например, вот сейчас. Что Инстаграм, что ТикТок. Сегодня будет еще разговорное видео, когда я пойду к бабушке. Ну а вам всем пока.